Тюменской области введен запрет на посещение природных водоемов. Изменения в постановление о введении режима чрезвычайной ситуации внес глава региона Александр Моор. Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечивающих меры пожарной безопасности в лесах, занимающихся лесовосстановлением и лесоразведением. Напомню, 7 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ландшафтными и лесными пожарами. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора и сухой травы, разведение открытого огня. Жители Тобольского района заплатят штрафы 115 тысяч рублей за сжигание сухостоя. С начала сезона за несоблюдение правил противопожарного режима к ответственности привлекли 14 человек.